Внимательно просматривая очередную образовательную передачу Елены Малышевой, я узнал удивительную новость. Волосы в носу, ну вот они, волосы в носу, и мы сейчас вам хотим показать, в чем же функция волос в носу. А волосы, которые в носу, они колеблются, и они выводят пыль и микробы из нашего носа. И вот эти волоски впрямую, которые сейчас будут колеблясь, выводить из носа его содержимое. Я поспешил сообщить об этой новой для меня информации моим студентам. Оказывается, у нас волосы в носу шевелятся, но они меня успокоили. Это опять профессор Малышева перепутала вибрисы преддверия носа с ресничками ресничатых клеток слизистой полости носа. Реснички – это совсем не волосы.